Мои любимые, вот пошли мы за Кайтаночкой. Она так любит, когда мы за ней вдвоем проходим. И вот сейчас идет, и дядя рассказывает, что там в школе было, как она с ним общий язык. Ребята, не поверите, мне машину муж привез, наконец-таки. Но это мой кочанок, Кари. Си. Девочки, привез мою машину. И лаяви деде. А сейчас он за ключами пойдет. Наконец-таки привез мою машину. Ребята, даже не верится. А. Как твои дела? Мои дела хорошо. Ай, наша машина, а? Наконец-таки. Сейчас можно, почему нельзя? Все можно. Ну, просто ключей нету, сейчас принесут ключи. Сейчас, если вам принесут ключи. Я тоже хочу. Букадио. Ребята, какая прелесть моя машина. Свет сделали. Отшлифовали это. Все сделали. Все сделали, так что, ну так. Вот мы. Осторожно, она грязная, отойди. Но, ребята, такую грязную принесли. Сегодня или понесу, чтобы мне ее помыли. Или я сама. Сама помою. Мне Эстеван сказал, они ее внутри так испачкали. То начал жаловаться Эстеван им. Потом говорит мне, это его куртка, Эстевана куртка. Потом говорит мне, да ладно, сами помоем. Если нет, надо было оставить до вечера. Короче, они помыли бы мне все. Сами помоем. Даже не верится, ребята. Моя красавица, она эту рубашку уже не снимает, ребята. Второй день. Девочки, я люблю вас. Ай, моя красавица. Это ты говоришь на самом деле? Ага. Ага. Почему ты такая лохматая? Я же тебе утром так расчесала хорошо. Ты бегаешь, прыгаешь, да, в школе? На переменках, да? Да. Ай, вот так. Скоро мой сыночек тоже купит себе машину. Так что вот так. Порадуйтесь за меня, мои золотые. Порадуйтесь за меня. Когда вы мне что-то пишете хорошее, да, вот. Ну, что у вас там что-то получилось, там это все. Я тоже за вас радуюсь. Сейчас поеду домой. И, как всегда, да, ребята, уроки. Она мне говорит, расскажи моим подписчицам, что со мной случилось. На переменке, рассказывай, Кайтана, на переменке, там есть переменка, там есть одна девчонка, с кем она дружит, да? И она, ей нравится, этой девочке нравится один мальчик, да, у которого волосы, короче, кучерявые. Как макароны, говорит, волосы. И этот мальчик не пришел в этот день в школу. И она на переменке, вот этой, которая нравится, говорит, а Кайтане нравится этот мальчик. И берет, короче, какое-то сердечко и говорит, вот Кайтан, а это она сама. Вот Кайтан этому мальчику сердечко сделала, а это она сама сделала для него. И вот так сказала. И Кайтана расстроилась. Потому что Кайтана говорит, что ей вообще еще мальчики не нравятся. И она на нее обиделась. Вот так. Вот такие подруги тоже подлянки делают, она хочет сказать. Ты, говорит, вообще плохо рассказала. Почему? Дядя идет, она прячется. На самом деле, ребята, конкретно засрали машину. Чистая такая была, все. Прям везде засрали. Я не знаю. А ну сейчас посмотрим. Свет включается. Я вот не могла, ребята. Видите, включается. Мне даже не верится, ребята. Блин, ребята, такая прелесть. Я уже настолько уже. Я сейчас не знаю, она мне опять кажется такая большая. Какая прелесть. Короче, ништяк, ребята. Как сказал
Жить хорошо, Никулин, а хорошо жить еще лучше. Да. И вроде только это машина, да, ребята. И она мне, но я все равно горжусь. Я горжусь собой, ребята, что вот достигаю потихоньку все свои планы. Надеюсь, что моя девочка тоже в школе подтянется. Я буду стараться, ребята. Я постараюсь. Сейчас пошел я сладкое что-то покупать. Она сладость хочет. Сейчас придет. Теперь, ребята, будете меня видеть на этой машине. Ой, не знаю, ребята, я постараюсь, короче, к ней привыкнуть. Все равно на той машине мне легче. Она как-то, ну, это такая... Ой, мой муж уже здесь о сладости накупил. Как он любит. Столько времени я сладкое не ем. А вчера ночью как меня тянуло. Но я преодолела себя, сказала нет. И больше всего, знаете, что я вам скажу, когда меня тянет? Когда я расстроена. Вчера же мне мозги столько он сделал за эту машину, чтобы... Я вот так просила. Они же мне звонят. Вы когда приедете за ней? 3 недели она там была. Они ее через пару дней сделали, понимаете? Ну, что там свет сделать? И вот я уже не помню, как это шло. Подождите. Вот так. А здесь же все. А, нет, это не так. Да-да, это вот так, а это вот так. О, она же и поднимается, и спускается. Ой, ребята, вот... Представляете, вот сиденье, да? Сиденье. Она и вот так делается, и вот так делается. Это на кнопку нажимаешь, она вот так делается. Короче, вот так. Она на кнопку нажимаешь, вперед делается. Так, на какую надо было нажать? Подождите, я здесь пока... Пока я здесь... Это все обратно. Я уже и не помню, ребята. Вот это рулетка. Как-то вот так было. А нет, это вот так. Это вот так. Это вот так. А это назад. Видите, я назад иду. Прям вниз сажусь. Видите? И вот так повыше. А, и вот что значит, ребята, когда... Короче, довольная, ребята. Довольная. Я еще свою свекровь... Не помню, я показала свою машину, свою свекровь или нет. Но единственное, которое мне свекровь моя сказала, правильно делаешь. Правильно делаешь, она мне сказала. Покупай. Делай. Мой свекор насчет таких вещей как-то ему не фу, не фа. Ему все равно, да, вот, ну, уже, наверное, с возрастом как-то становятся эти вещи. Мне вообще не интересно, да? Но моя свекровь говорит, молодец. Поддержала меня. Мои золовки, я еще ни одной моей золовки не показала свою машину. Ну, они, наверное, по роликам-то видели. По роликам видели, а так... ничего не сказали. А не все умеют радоваться, знаете, за успех других людей. Это тоже уметь надо. Вот так. Ладно, не прощаюсь, ребята, посмотрим, может быть, еще продолжим. Ребята, я уже сейчас не помню, как это было. А это вот так было. Короче, я сейчас уже боюсь, ребята. Это вот так было, вроде бы убрала я. Это вот так и вот так. Ой, ребята, я боюсь. Так. Я не трус, но я боюсь. Она мне танком кажется. Ой, все так непривычно. Но надеюсь, что я обратно привыкну к ней. Так. Надеюсь, что я обратно к ней привыкну. Ой, какая она грязная. Сейчас я домой поеду. Я, наверное, не выдержу, ребята, и сама ее помою. Снутри. У меня дома и пылесос есть, и все есть. Ой.
Ой, ребята, такой страх у меня. Как окно поднимается вот так. Но все равно, короче, это все воля все равно Всевышнего, ребята. Воля Всевышнего. Короче, как Бог захочет, так и будет. Знаете, что вот эти... Там у меня этот сиденье сзади, еще одни, да? Вот лишние сиденья, как говорится. Она же... Надо их уложить, а то я вот зеркалом, задним зеркалом, да, не очень хорошо вижу, не очень хорошо вижу этот, потому что они мне мешают, ребята. Мне надо их уложить, все. Теперь, короче, я поняла. У меня, оказывается, есть в самом в этом, в машине в самой, есть камера на зеркале. На зеркале есть камера, ребята. Представляете, она, я могу нажимать, короче, и она мне будет снимать сама. Знаете, как вот... Ой, у меня живот болит, у меня все болит, ребята, от нервов, наверное. Я когда нервничаю, у вас такое бывает, вот когда вы нервничаете, да, вот у вас начинает живот болеть. Вот у меня начинает как будто схватки, блин, от нервов. Тело чешется. О, короче, вообще я комок нервов, ребята. Я комок нервов. Мой муж меня ждет. Видите, какой молодец. Он меня ждет, он переживает. А он говорит, отсюда вот давай поехали. Понятно. Давай, блин. Вот нет, чтобы пропустить, да? Видите, все-таки девушка. Короче, ребята, надеюсь, что все будет хорошо, доеду. Давайте, а то я не хочу отвлекаться на всякий случай. Муж молодец. Протер мне машину, такая она была грязная. Протер мне машину и все. О, как все чисто сделал, молодец какой. Так что еду на кофе. На моей машиночке, ребята. На моей машине. Ой, какой запах хороший внутри. Ой, когда чисто, я вообще люблю. Так что вот так. Ой, свет горит. Видите, он, по-моему, у меня, видите, каль у меня вот этот в этом в воде, да, вот. А это все портит, ребята. У меня же свой колодец, все свое. Все портит, мои золотые, все портит. Любую вещь портит. Так что вот так. Еду на кофе, ребята. Ой. Обожаю свою эту машину. Хотя мне это тоже нравится. Я тут тоже люблю, ребята. Вот так. Короче, вот так. Еду в кофе, на кофе. Ой, ребята, еду, короче. Надо привыкать. Но я завтра все равно в школу не повезу на этой машине. Потихоньку буду. Мне надо привыкнуть к ней. Все равно как-то... У меня такое ощущение, что я на автобусе еду. Автобус. Автобус везу. Я сегодня в школу и на работу ходила, на своей машине другой ездила. Так что... Муж все почистил мне с утра. Так. Мои подруги даже еще машину не видели. Одна из них видела, другая нет. Ой. Ой, ребята, какая я молодец. Кто бы сказал, что я смогу вот так. Дехлаки. Все так, опарковала. Ребята, доехала. Здесь и ручник
знаете, на педаль вот так как будто нажимаешь, а потом вот так вытаскиваешь. Ой. Короче, вот так, ребята. Я уже не кутур-мутур, на такой тачке еду. Честное слово, горжусь собой, какая я умница. Какая я умница, ребята. Что я не боюсь. Мне море по колено. Вот так. И вот так все закрыто. Ох, моя красавица. Оля. И вот всегда мне нравится говорить со взрослыми людьми. Это его собака, которая так лает. Вот, хочу взять у него... Диме, ¿de qué año ha nacido? Aquí el 19 de enero. 19 января. De 1929. 1929 года рождения он. De Rustis. De Rustis. Mi padre era его отец. Membrillo. Он жил в Мембрио, здесь они далеко. Mi madre de Cebolla. Tu madre de dónde? Cebolla. De Cebolla, это тоже недалеко, это здесь принадлежит тоже Талавере. ¿Cuántos hermanos tienes? Сколько у тебя братьев? Dos hermanos. Два брата у него. Sí. Y tengo tres hijos. И у меня трое детей. Рафаэль. Одного зовут Рафаэль. И Мигель Ангель. И Мигель Ангель. Con cuánto años te casaste? Сколько лет ты женился? Во сколько лет? Me casaría con... Adiós, con 20 años. Que no te corta el pelo, eh? Я, говорит, женился в 20 лет, когда мне было. ¿Cuántos años de matrimonio con tu mujer llevas? Muy poco, porque la pobre se fue pronto. Она, говорит, быстро умерла, моя жена. Sí. Mi mujer murió ahora ya 15 años o más. Моя жена, говорит, 15 лет как умерла. Sí. Alguna cosa más. Hombre, cuéntate tu vida un poquito, de qué trabajaste, yo говорю, ¿quién te работал? En vida. Моя жизнь. Yo te he dicho que nací en el Ustes. En 1929. Я родился 1929 я работал, говорит, с поездами. 40 años. 40 лет проработал в поездами. ¿Qué tal ha sido tu vida? ¿Un poco dura? ¿Floja? La vida ha sido dura. Жизнь моя, говорит, была тяжелая. Porque... Потому что... Trabajaba... Я работал. De luz a luz. Я работал, говорит, от солнца до солнца. И nada más. ¿Te casaste muy enamorado? ¿Ты женился по любви? Sí. Да. Sí, pero да. Poco tiempo. Ну, только, говорит, очень, говорит, мало, говорит, мы вместе были. А моя жена быстро ушла. Ты контра соло? Sí. Ты одинокий? Он говорит, да. Sí. Я, говорит, целыми днями, говорит, один. Со своей собакой, говорит. Мне, говорит, делает, говорит, хоть, ну, вместе с собакой хоть как-то. Отвлекается он. Но quieres vivir con tus hijos? Не хочешь жить со своими детьми? Tengo у меня dos hijos. Uno se llama Miguel Ángel, у меня, говорит, двое детей. Que está en Madrid. Он один, говорит, живет в Мадриде, Мигель Ангель. Sí. Y Rafa, и Рафаэль. Рафаэль, que está en... Así me acuerdo ahora. Забыл, говорит, подожди, где живет? Ба, да транкило. Он уже забывает.
¿Por qué no te casaste otra vez? ¿Почему ты не женился еще раз? No, no. Нет, говорит. No era plan de... Нет, говорит, не хотел. Tuve una novia. Была, говорит, у меня одна невеста. Se llamaba soltera. Y fui novia de ella bastante tiempo. Fuimos buenos compañeros y ahí... Me dio todo bastante bien. ¿Y dónde está ella ahora? Ella está... se fue ya. También. ¿También murió? Sí. У меня, говорит, была невеста, тоже, era, говорит, умерла. Era fina y delgadita, pero... Худенькая, говорит, хорошенькая, говорит, потом поправилась, говорит, сильно. Se puso muy gruesa luego. Очень сильно, говорит, поправилась потом. Ой, чувствует он себя одиноко. Ты contra мой соло? Bueno, solo, lo que se llama solo, no. Я говорю, ты чувствуешь себя одиноким? Он говорит, одиноким нет, говорит. Porque, потому что... Allí van dos chicas a casa. Ко мне приходят две девочки, говорит, домой. И me atiende muy bien, muy bien, muy bien. И убирает у меня, говорит, и ухаживает за мной, говорит, неплохо. Esta mañana está precisamente barriendo el suelo. Сегодня, говорит, утром приходила, убирала, говорит, у меня. Y todo muy bien. Эта дочка, ты viene de por el estado o la pagas tú? No, no, esa la pago yo. Не-не, я говорю, это тебе государство выдает или ты сам платишь? Он говорит, нет, сам плачу. Yo, que, еще, como te digo, 40 años ferroviario, pues, так как я, говорит, столько лет работал, говорит, на этом, ну, у него хорошая пенсия. Me han tratado siempre muy bien, muy bien. Ну, у него хорошая пенсия, он может сам себя обеспечивать. Bueno, me alegro hablar contigo, eres muy buena persona. Я говорю, ты очень хороший человек. Он говорит, нет. Ты, говорит, ошибаешься. На самом деле, девочки. Я говорю, еще лучше, чем, говорит, лучше хороший человек. Я, говорит, лучше, чем хороший человек. Он ни одного ребенка мимо не пропускает. Каждый раз, как видит, любого ребенка всегда подходит, 50 копеек хоть дает. Он очень любит детей. Он к детям очень хорошо относится. Вообще, он очень хороший человек. Добрый, отзывчивый. Теннис нетос? У тебя есть внуки? Hijos? Нетос. Нетос. Sí. Есть, говорит. Tengo у меня внуки. A David. Давид одного зовут. Que tendrá unos 20 años ahora. 20-летний внук у меня. Y está Elenita, Elena. И у меня Елена, говорит, есть. Y es lo que hay, más o menos. ¿Cuánto tiene ella, Елена? Años? Miguel Ángel. No, Елена. А, Елена. Елена tendrá unos 18 años. 18 лет, говорит. Sí. Вот так. Muy inocente la juventud. Lo ha vivido en Madrid, ¿no? Muchos años. Sí. Он много лет жил в Мадриде. En Madrid, en la... Así me acuerdo la calle, joder, que la memoria puya. Я, говорит, уже забыл, говорит, улица как называется, говорит, но я жил в Мадриде. Ба, но ты не импортанси. Я уже забыл. Bueno, muchas gracias por tu entrevista. Девочки. 90 с чем-то лет. 90 с чем-то лет и курит, ребята. Смотрите. 95 лет, говорит, желаю тебе тоже, говорит, прожить 95 лет. Que el 19 de enero. No fumo. Он мне предлагает сигареты, я говорю, нет, не курю. El 19 de enero cumplo 95. В декабре? Enero, el 19. В январе, 19 января, говорит, мне, говорит, исполняется 95 лет. Оли. Bueno, gracias, cariño. No, son 20 euros. Ага, нет, говорит, 20 евро давай. Красавчик. Muchas gracias. Я говорю, большое спасибо. Он говорит, ты не знаешь, говорит, как я тебя люблю. Я тебя очень люблю, говорит. Красавчик. Ой. Bueno, amigo. Fumadores que fumáis. Люди, которые курят. Y de la gorra vivís. И которые живут, говорит, ну он... ¿Cómo no compráis tabaco? Lo mismo que lo pedí. Fumadores que fumamos y de la gorra vivimos, ¿para qué comprar tabaco si tiene tanto primo?
Он пословица говорит, ну как это? Sí. Así es. Bueno, te dejo. Посмотрите, девчонки, как хорошо выглядит. Que no lo han hecho todavía. En un pueblo que no lo han hecho todavía. Aranjuez. Aranjuez. No lo han hecho. Está sin hacer Aran. Аран, си. Аранхуэй. Здесь одно, как вещь называется. Сделаем, ну, так поселок называется. Сделаем там, Аранхуэй называется. Он говорит, до сих пор, говорит, его еще не построили. Он такой шутник, ребята, это вообще кошмар. Здесь мои подружки, вот так мы сегодня отдыхаем, пьем кофе. Мой муж, мои подружки. Как всегда, ребята, да, вот такой день. Обычный день, да? Обычный день уборщицы моей, говорю, я. Так что вот так, мои красавицы, девочки, подружечки мои. Если бы не они, я не знаю. День не был бы как день.